Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Тема видео, лекции, урока наша сегодня. Любое расстройство лица, лицевой области. Внимание на графическое изображение данного меридиана, тонкого кишечника. Итак, мы видим, что меридиан начинается на мизинце, проходит по верхним конечностям, плечо-лопаточная область, точки Е12 уходит в внутреннюю часть, меридиан начинает контролировать внутренний ход, а здесь поднимается с точки Е12 вверх, и, конечно же, мы видим лицевая часть. И вот когда у человека есть в лицевой части, скажем так, высыпание, вот, часто, то есть быстро появляются морщины, здесь есть расстройство лица, появляются угри, сыпи, возможно, изменение цвета лица именно по ходу меридиана. Возможно, также что? Заболевание глаз. Здесь у нас есть также вот, то, что необходимо через точку IG4 профилактическими методиками массажными вот, воздействовать для того, чтобы активизировать данный меридиан, либо для того, чтобы просто-напросто простимулировать данный меридиан, в котором нарушается движение энергии. Нарушение движения энергии может обусловлено всеразличными, скажем так, проявлениями, даже теми эмоциями. Человек постоянно эмоционально воспринимает те или иные события. И, конечно, на лице это может отражаться. И здесь может отчасти где-то даже пострадать меридиан тонкого кишечника. Чтобы этого не происходило, пожалуйста, точка H4 вам в помощь. Также сюда входят всеразличные, еще раз подчеркну, расстройства лица, лицевой области. Так что не бойтесь бояться. То есть не бойтесь работать с данной точкой. Просто оказывайте ей почитание, внимание, уважение, работайте с ней простыми массажными движениями, и она ответит вам тем же. Спасибо за внимание.